Ебать. Кухня какая красивая. Очень хорошая кухня, да? Угу. Как она похожа на актрису. Я забыл, как эту актрису зовут. Меган Фокс? Нет, не Меган Фокс, другая актриса. Как ее зовут, чат? Да выложу, но завтра выложу, уже поздно выкладываю. Может быть. Чё пишет Камила? Может быть и не выложу. Нет, а какая Саша Грей? Как на кого похоже? На Камилу. До меня только что дошло. София Карсон? Кристин Стюарт? Бля, так долго это все гуглить. Ну ладно, ща. Нет, не Кристин Стюарт. Ну, как ее? Я себе голову сломаю, реально. Ева Грин? Ну-ка. Нет, не Ева Грин. Или да? Нет, не Ева Грин, другая еще. Похожа на Еву Грин, но не Ева Грин. Скажите, кто? Была недавно на показе Versace. Показ Versace. Я видел прям в инсте. Я себе голову сломаю. Я не уснул. Так. Показ Versace 2022. На таких длинных каблуках она была на... Бля, как ее звали, сука. Егор, привет. Какой процент вероятности, что ты согласишься со мной погулять после стрима? Я тебе кофеманию привезу. Ну, честно, 0,5 где-то. Спасибо за донат. Прости, Елизавета, что так жестко, но ну, реально где-то 0,5%. Как? Энн Хэтэуэй? Да! Она. Сейчас покажу вам. Прикинь, я голову себе ломал. Вот на нее очень похоже. Особенно где вот она как Джокер выглядит. Особенно вот здесь? Да. Ну реально похоже. Ну посмотрите еще раз. Чисто она. Ну ладно, может не чисто, но чуть похоже. Ну так. Да отстаньте, ладно. I'm pretty and smart, and I get along with everyone, even ugly girls. Чат, чё у меня душ? Чё? Ничего, да мне чувак написал в чат, и я хотел ответить, и... Ответил у себя в голове и посмеялся. Блять, а у вас бывает такой чат, когда вы сами... Типа, чё вернуть? Вы типа... А! Вот это вернуть? Вот, я просто не понимаю, и что с того, что, ну, типа, мы это вместе с вами посмотрим? Типа, что изменится? Кроме того, что паблики расхватят это на реакции. Я просто не могу понять, ну типа, в чем смысл? Это глупо и никому нахуй не нужно. Кстати, вот это охуенный тренд. Самурай, можешь, пожалуйста, ты мне пришлешь вот это видео в личку, как ты делаешь
вот эти реакции. А я это выложу к себе. Ну, в принципе, Телеграм только. Бля, реально охуенный тренд. Я бы хотел его снять. Pussy. Помните, мы смотрели это видео с Пусси? Pussy. Только самурай, тебе надо, знаешь, как делать? Mm. Со своими стонами. Дэдди? 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 Понял, записал. А что, любые все слова любые делают, типа? Ну, типа, тут суть тренда, они берут какое-то слово и ебашут его на разные просто смайлики и все. А, чат, кстати, по поводу вот этой темы, где вы все писали «верни», я лично вам всем хочу пожелать одну вещь. Самая классная история в жизни — это отпускать прошлое и его не ворошить. И вам то же самое советую. Ну, типа, знаете, я вот мы когда с Нюшей были вместе долгое время, и потом вот, ну, произошло расставание, прошло, наверное, лет 5, и люди мне до сих пор это припоминали. Типа, до сих пор начинали писать там про Нюшу, еще про что-то еще там и так далее. Я думал, блядь, как люди так долго не могут отпустить эту ситуацию? Когда мы, там, допустим, я, да, и Нюша, ну, типа, время прошло, все. Как бы все, уже всем давным-давно похуй. Вообще похуй. И, ну, типа, и вот я иногда удивляюсь чата, где вы пишете там, типа, верни. Блять, интересно, а что он подумает насчет вот, блять, той, нахуй, этой? Вообще похуй. И вам нужно отпускать, уметь отпускать. Потому что самое обидное, что, ну, когда для меня что-то очень забытое прошлое, прям супер забытое, о котором я не думаю, не вспоминаю, блять, у меня это не мелькает перед глазами, я не смотрю ТикТок, мне похуй. И вот дети в ТикТоке или там дети в пабликах, дети в комментариях просто не могут привет отпустить. Мы, сэр, и я, их это настолько сильно... WGL, а ты не заметил? Очень старались. Глянь, ТикТок, Качелова, подчеркивание. Понял, спасибо за донат. Пожалуйста. Их это или настолько VNS, сильно Качелова, задело, или это настолько сильно у них в голове, и они так много об этом думают, что они только этим начинают жить. А нужно это отпустить и жить дальше. И вообще лучше вам жить своей жизнью и не думать вообще об этом. Егор, мудрости сеет в голову молодежь. Не, ну это правда. Ну это правда, это жирные факты. И ну, мне реально ну, больно и грустно смотреть на то, как люди живут в прошлом. Это реально очень больно. У меня куча знакомых, которые не могут себе, блядь, построить будущее только из-за того, что они живут ебаным прошлым. Не могут никак прошлое отпустить, забыть его. А нужно жить здесь и сейчас, похуй на прошлое. Оно осталось там, где-то позади. Ты уже другой человек, ты новый, блядь, ты обновленный. У тебя не должно быть этой хуйни в голове. Эти все мысли, переживания, чувства, все, нахуй. Дальше, полетел и все. Пошел дальше и ебашишь свою жизнь, делаешь ее лучше. Нахуй жить в прошлом. Живите настоящим. Время — это самый ценный ресурс, который у нас есть. У нас нет вчера. У нас нету сегодня. У нас есть сейчас. Помните об этом. Когда в следующий раз будете думать о прошлом. Не просто его вспоминать с улыбкой, а именно думать и ворошить. Либо, когда в следующий раз будете думать о прошлом, встаньте вот так вот и хуярьте вот так. Просто. Вот так вот не надо. Чтобы, блядь, ушли мысли хуёвые из головы. Понятно? Я понял. Надо вот... Just
давай, давай. В ее черепной коробке нету ни хуа-хуа. Ее умная по... Мы вместе. О! Son, you know, once you start, there's no going back. I know. This means total commitment. Once you begin the path, there is no leaving the path. Are you sure you're ready for that? Нихуя! Ну жестко, блин, ебать. Да? Жестко, когда лишний вес, ты типа очень сильно худеешь, и у тебя появляется вот эта висящая кожа, которую нужно убирать потом. Ну это очень жестко. Ну красава, пиздец. Угу. 2 миллиона лайков. Ебать. Здравствуйте. А не могли бы вы сразу пройти в мою комнату? Эй, смотри, чему научился. Такой, оп. И мне похуй на тебя. Спросишь, как? Чего хорошего? Ты. Эй, смотри, чему научился. Такой, оп. И мне похуй на тебя. Спросишь, как? Учитель был хороший. Ты. Блять, вот это самая жизненная хуйня. Это честно, вот это чистый факт. Это реально факт. Бля, охуенный звук, надо записать. Оп, мне похуй на тебя. Ну реально. Эй, смотри, чему научился. Такой, оп. И мне похуй на тебя. Спросишь, как? Учитель был хороший. Ты. И это правда. Учителя. Эй! Эй! Бля, охуенный видос. Ты даже дверьку не смог открыть, ты же дура. Сумрай, это тебе надо. Ебать. Светильник. Хороший, да, светильничек? Чупапи бичотасо му факиньяньо му няньо му факиньяньо му няньо бичотасо чупапи му факиньяньо му няньо бичотасо му факиньяньо му няньо. That's Spanish? Nah, that's my rap. What the fuck are you talking about? Оу! Ебать, что нахуй? Сильно, нет? Охуенно. Ну сейчас она будет красивой, да, через переходку. Pipi und Kaki im Pipi Kakaland. А. Что? Что? Он летать научился. Чё это за хуйня? Подожди, дождь не замедляется, нет? Ну-ка, вруби еще раз. Замедляется. Замедляется дождь? Да, 100%. I see you wanting.
Вау. Бля, обожаю его. Бейб, ну? Чихуахуа. Сейчас меня ТикТок накрасит. Он и румяный, и подводку, и губы. И вообще, я такая получилась красавелочка. Я принцесса! Сейчас меня ТикТок накрасит. Он и румяный, и подводку, и губы. И вообще, я такая получилась красавелочка. Я принцесса! Сейчас меня ТикТок накрасит. Он и румяный, и подводку. Ладно. Сейчас... No, seriously. Oh, wait, it's not done yet. Нихуя. Ну что с пальцем, Вась? Я сейчас один на свой палец смотрю. My thumb just dwarfs any normal thumb, like I'm unmatched. I should be paid to give things a thumbs up. Чё нахуй? Oh wait, it's not done yet. А как? There we go. I probably give the greatest а чё он такой большой? Planet Earth. My thumb just dwarfs any normal thumb, like I'm unmatched. I should be paid to give things a thumbs up. Блин, как я залипал раньше на такие видосы, понял? Типа я смотрел, как люди вырубаются там. Ой-ой-ой, как же ему хуёво, дядь. Ебать, он просто не понимает, где он. Он просто открывает глаза, кто-то орёт рядом, он просто не понимает, что происходит. Смотри. Он просто как Эрик на стримах засыпает. Бля, мне аж самому херово стало, на него посмотрел. Your soul is mine. А, вау, понял душу, блядь. Высосал нахуй. Your soul. Чат, мне захотелось показать вам шляпу. Готовы? Я знаю, что меня после этого забанят. Готовы, чат? Вот такая она у меня большая. Большая черная шляпа. Прикольная. Вот. Как вам моя шляпа? Хорошая. Девчата, хотели бы мою шляпу?
Да, она классная. И большая. Угу. Вот это шляпа. Полнейшая шляпа. Понравилась моя шляпа, самурай? Да. Ну ты любишь мою шляпу, я знаю. Не только шляпу. Эй, во! Порислуться! Нихуя! Я, Мэнш! Охуеть, она заорала. Порислуться. What the fuck is going on, baby? Короче, сейчас будет очень жесткий пранк с маской. Очень жесткий. Ой, Антон, ебаный. Короче, сейчас будет очень жесткий. Плюс, блядь. Pippi und Kaki im Pippi Kakaland. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. Бля, жестко нахуй. Бля, жестко, да, сиамские близнецы, когда рождаются? Mm-hmm. Это вообще, я даже не понимаю, ну типа. Да нихуя она не черная, тем более небольшая, лол. Грустно. Грустный донат. Пиздешь в донате. Ну типа, у них два мозга, считай, одно тело на двоих. Жестко вообще, очень жестко. Бейб, ну? А нифига, ей, конечно, похудеть, да, чуть надо кого-то? А вот красоточка какая. Хорошая. Очень даже. Так, ладно, у меня в ТикТоке уже что-то какое-то странное пошло. Предлагаю завязывать, пожалуй, и на этом. Насмотрелись. Mm. Так, чё, let's go Бармалденсом чем-чуть позанимаемся. Грязненько. Yes.